Трасса Ушарал Достык из-за плохих погодных условий закрыта. Движение автотранспорта прекратилось с 3 часов дня на участке с 90 по 150 километр. По информации сотрудников ДЧС, порывы ветра там достигают 18 метров в секунду. На месте дежурят сотрудники отдела ПЧС Алакольского района и дорожные полицейские. На данный участок дороги выехали сотрудники ОЧС Алакульского района на 2 единицах техники повышенной проходимости. Они будут заниматься эвакуацией людей, застрявших на дороге. Когда будет открыта дорога, пока неизвестно из-за погодных условий. Все зависит от погоды.